Новая экспедиция организована для поисков легендарного подводного клада. Затонувший корабль вошел в историю под названием «Черный принц», рассказывает Алена Иваниченко. 200 тысяч фунтов золотом вез в Балаклаву в 1854 году лучший корабль британского флота парусно-винтовой фрегат «Принц». Деньги предназначались для уплаты жалования англичанам, занятым в крымской компании. Большому кораблю было суждено большое кораблекрушение. Через 5 дней после прибытия принца на внешний балаклавский рейд ураган невиданной силы разбил его о прибрежные скалы. Та же участь постигла еще 33 корабля, в их числе 4 больших железных парохода. Неизвестно, кто прозвал фрегат «Черным принцем» – английские солдаты, не получившие жалования, или неудачливые кладоискатели. Золото «Черного принца» одинаково безуспешно искали подводники десятка стран. Последняя экспедиция покинула Балаклаву в 1927 году. Среди обломков 3 найденных пароходов золото не оказалось. В этом году поиски возобновлены. Вы видели остатки паровой машины, сняли несколько планов. Много листов стальной обшивки, очень разбросанные по большой территории. Может быть, паровая машина взорвалась, когда в корабль попала вода, и он пошел ко дну. То есть остов практически не сохранился. Является ли новая находка именно принцем, покажут подводные исследования. Черный клад Черного моря вновь выплывает из небытия.